По информации пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа, производственная площадка группы компаний «Сервалюкс» находится на территории бывшей птицефабрики в Туракове. Площадка была приобретена в конце 2019 года. В марте этого года здесь начали выпуск продукции. Глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев посетил производство, где с руководством предприятия обсудил важные вопросы поддержки бизнеса. Производственная площадка группы компаний «Сервалюкс» в Сергиево-Посадском округе – первая в России. Выбор территории для размещения производства был тщательным. Наш округ привлек в первую очередь хорошими условиями для ведения бизнеса. На запросы компании мы подключились сразу. Оказали помощь в газификации котельной, что поможет значительно снизить себестоимость продукции, предоставление земельного участка. Комплекс планирует расширяться. Требуются дополнительные энергетические мощности. Мы окажем содействие в этом. Наш округ заинтересован в присутствии на территории таких крупных производств, потому что это не только налоговые отчисления в бюджет округа, но и дополнительные рабочие места для наших жителей, сказал Михаил Токарев. «Сервалюкс» выпускает продукцию под маркой «Петруха» и является поставщиком полуфабрикатов из куриного мяса для сети ресторанов KFC и «Додо Пицца», а также известных гипермаркетов. Мы поговорили о мерах поддержки. В ближайшее время мы расскажем, как предприятие сможет воспользоваться программами федерального, областного и местного уровня. Конечно, мы считаем, что нужно дополнительные фирменные магазины открывать на территории нашего округа. Торгово-промышленная палата в этом поможет, сказал президент Сергиево-Посадской торгово-промышленной палаты Олег Гаджиев. Сегодня на производстве в Сергиевом Посаде работает 230 человек. С увеличением мощностей планируется увеличить и количество рабочих мест до 500 человек. Средняя заработная плата на предприятии составляет 40 тысяч рублей. Производственную площадку в Сергиевом Посаде планируется сертифицировать до экспортных поставок. Предприятие планирует выйти на международный рынок.